Всем доброго утра. Девочки, всем большой привет еще раз. Сегодня мы отдыхаем от кухни и идем вместе в Икею. Вот такая большая Икея находится у нас в городе. Она довольно молодая, ее построили несколько лет тому назад. Я давно не была в Икее. Сейчас посмотрим вместе, что новенького появилось в 2021 году. Сразу замечаю, что при входе построили вот эти полочки с коробками для хранения. И появилось много всего в таком стиле деревянном. Уже сразу при входе я замечаю постельное белье уже в весенних тонах. Кухни самый любимый мой отдел в Икее, так как в Икее организовано все, вплоть до каждой мелочи. Даже в шкафчиках у них все организовано по полочкам. Можно набраться массу идей для своей кухни. Посмотрите, как красиво. Такие кухни мне очень нравятся в светлых оттенках. А как вам такая кухня в черных тонах, в черно-белых? В Икее, конечно, это смотрится очень красиво. Но как это будет смотреться в маленькой квартире? Черная кухня, это, конечно, вопрос.
Посмотрите, какая прелесть. Мне очень понравился этот уголок для шитья. В таких нежных тонах. А это, как я поняла, уголок для творческих людей, которые любят порисовать. Тоже очень оригинально оформлен. Вот этот диван стоит с очень хорошей скидкой. Очень приятный был материал у него. В Икее столько всего, мне кажется, даже дня не хватит, если снимать все до каждой мелочи. В Икее шли ремонты, поэтому не обращайте внимания на посторонние звуки молотков. Мне очень нравятся белые индукционные плитки на кухне, но не знаю, как они будут в использовании. Кто пользовался, расскажите свой опыт. Как вам вот такая черная посуда? Выглядит очень красиво. Очень оригинальный фартук в виде кирпича. Кому нравится такой стиль, смотрится интересно. Я, конечно, предпочитаю вот такие кухни в светлых тонах. Нравится мне мраморная столешница. Но на вкус и цвет товарища нет, как говорится.
Еще понравилась вот эта кухня, мне очень светлая, большая и глянцевая. И очень красиво оформлен обеденный стол. Тоже в таких нежно-светлых тонах. Но такая кухня для большого дома. Что самое интересное в Икее, вы никогда не найдете пыль ни на столешницах, ни на картинах, ни на комодах, нигде ни разу, сколько я раз хожу в Икею, не видела пыли. Хотя столько мебели находится в этой Икее. В Икее очень много разных идей для детской комнаты.
Посмотрите, как вам такой уголок. В Икее есть 2 этажа, теперь мы спустимся на 0-й этаж. И посмотрим, что там у нас есть новенького. На 0-м этаже у нас все для организации кухни. Посуда, сковородки, кастрюли, ложки, вилки. Все самое интересное здесь. Как вам такие цвета? Серый и бирюзовый? Или же вы предпочитаете классические цвета светлых оттенков? Но в Икее смотрится это красиво, оригинально.
Мне нравятся вот эти тарелки. Очень красиво смотрятся. Как вам вот такой вариант? Классический вариант. Очень красивые бокалы вот эти, мне понравились. Это новинка в IKEA. Красиво смотрится. Еще я нашла для чая вот такие кружки. Мне они понравились. Думаю купить 6 штук. Сейчас вам покажу тюль, может кому-то будет интересно посмотреть. Обычная простая тюль, ничего такого я здесь не нашла. Очень много появилось в IKEA плетеных корзин. Разные варианты коробок для организации. Посмотрите, плетеные корзины везде, разных размеров, и маленькие, и большие, на любой вкус.
очень большой выбор светильников для детской комнаты в IKEA на любой вкус. И облачка, и звезды, и такие ночники. Новинка в IKEA. Кто знает, для чего нужны эти канистры? Они тоже находятся в разделе светильников, но для чего они, я так и не поняла. Неужели это тоже светильники? Выглядит, конечно, своеобразно. А вот это вот мне уже нравится. Для высоких потолков будет смотреться очень красиво. Такие свечки 3 в 1 стоили 3 евро. Шоколадно-карамельный аромат. Красиво, Саня. Вот еще один мой любимый отдел, это отдел с цветами. Нельзя пройти мимо и не купить хоть один цветочек. Все выглядит очень реалистично, как будто они живые. Тоже новинка IKEA, такая интересная ваза.
Интересно, для чего нужна эта рука? Кто знает? Может быть, просто для декора? Не знаю. Вот мы дошли до конца IKEA. Интересно, кто досмотрел до конца это видео? Напишите в комментариях. И всем спасибо за просмотр. Далее поедем домой, и я покажу свои покупки. Девочки, я уже пришла домой. Сейчас покажу вам, что купила. Вот такой вот ящик с замочком. Очень удобный. Убираются лишние вещи, которые тебе не нужны на данный момент. Еще купила. Багет. Далее купила цветочки, как всегда. Из IKEA нельзя выйти без цветов. Далее купила подсвечник такой маленький, это новинка в IKEA. И купила для чая вот такие вот кружки. Очень мне понравились. Раньше я их не видела в IKEA. Шесть штук взяла. Это мы уже по дороге поели багет. Вот эти цветочки взяла для своей маленькой вазы, которую я покупала ранее в IKEA. Сейчас вам покажу. Вот эта вазочка, которую я покупала раньше в IKEA. Теперь я взяла для нее цветы. Вот такие. Они были по 50 сантим каждая. Поставим вазочку, посмотрим, что получится. Берем все этикетки. Ну, в IKEA смотрелось очень красиво. Как вам такой вариант? Нравится или нет? И вот такой подсвечник. Еще хотела показать вам ящик. Вот такой. Очень удобный ящик. Сложить ненужные вещи и убрать, чтобы они не пылились.
Mm-hmm.